Приветствую тебя, дорогой друг. С тобой Борис Маркелов. Очень часто спрашивают, как заработать в интернете. Также часто спрашивают, как построить свой пассивный доход. Вопрос один. Ответов на самом деле много. Но один из ответов, как построить свой пассивный доход, я вам отвечу. Это суперкопилка. Это именно то, куда я пришел, можно сказать, около 2 лет назад. И построил свой пассивный доход. Да, 10% в месяц я могу от той суммы, которую построил, я смогу выводить. Я вывожу. Я выводил по $100, и по $50, и по 200. Ну, разные суммы были. Также я участвовал в конкурсах. Также я участвовал в розыгрышах, которые проводила суперкопилка. А их там много. Есть еще партнерская программа, в которой ты также можешь участвовать. А сейчас пойдем в кабинет и посмотрим, что там творится в кабинете. Итак, мы в моем кабинете, и я вам хотел показать вот это первое тестовое, то, что $10, когда вы регистрируете, $10 дают. Я эту программу назвал «Хочу денег». То есть 7,99 я вывел, чтобы проверить суперкопилку 4.11.2019 года. Ну, то есть, можно сказать, я зарегистрировался в конце октября, в начале ноября. 4 числа я с суперкопилки уже деньги вывел. Ну, что с того, с 2019 года? Сейчас ожидаются выплаты. Это созданные программы, и вы можете видеть, что ожидается выплата вот 10 198. Это график выплат, который есть здесь. Вклады программ 4455. Ну, тоже прекрасно понимаете, чтобы что-то получить, нужно что-то отдать. Итак, график выплат. Давайте зайдем, посмотрим. График я чуть-чуть видоизменил, буквально совсем недавно. Потому что, ну, подумал, что что-то мне денег мало. И вот здесь уже вот 579 у меня получилось. Это уже 28-29 неделя. Тут я отравняю, уже у меня идут повышенные выплаты, будут через 30 недель. Кому-то покажется, что это много, на самом деле это немного. Если даже рассчитывать те проценты, которые нам выплачивают в банках, то это совсем не те проценты. Я здесь защитил свои деньги от инфляции, и вот у меня уже график на 28, 29, 30 неделю, он пошел в рост. И я прекрасно понимаю, что я делаю. Многие скажут, что ты делаешь. Я прекрасно понимаю, что я делаю. Я еженедельно делаю поднятие уже своего графика по чуть-чуть. Вот здесь я сделал график, достаточно крутой взлет, а здесь вот я уже вот по чуть-чуть накладываю эти кирпичики, и эти кирпичики мне дают постоянно какие-то выплаты. Даже если мы зайдем в историю операции, мы можем посмотреть то, что я вам говорил. То есть есть партнерская программа. Партнерская программа достаточно такая нормальная. И вот 25 операций, например, на сегодняшний день у меня партнеры делали, также простраивали свой график. Что мы видим раньше? Давайте раньше. Вот партнерские выплаты цели. Это все выплаты, которые у меня рассчитаны заранее. Вот даже на этой неделе я выводил $30. $30 я выводил к себе на кошелек, на Тинькофф карту. Я спокойно через NixMoney на Тинькофф перевожу в течение нескольких минут к себе на карту и пользуюсь этими деньгами. Поэтому суперкопилка — это самый, наверное, идеальный инструмент. На данный момент, если разбирать какие-то инвестиции, рекомендую. Всем привет. Ну, а теперь решать только тебе. Нужно тебе или не нужно? Хочешь ты построить свой пассивный доход в компании, которая работает 9 лет и уже 9 лет стабильненько выплачивает деньги своим участникам этой замечательной, усовершенствованной кассе взаимопомощи? Всем привет!